Музей истории Йошкар-Олы присоединился ко всероссийской акции «Мое детство – война». Это конкурс видеороликов с воспоминаниями тех, чьи детские годы пришлись на тяжелое время. Работу с ветеранами Великой Отечественной войны музей ведет регулярно и пополняет фонд аудиовизуальной информации. На сегодняшний день в нем более 30 материалов, их сбор продолжается. Одна из работ – интервью с ребенком войны Эмилией Миненковой. Именно этот материал будет представлять музей на конкурсе. Здесь мы немножко сделали по-другому. То есть начиналось все с того, что она помнит из своего детства, как началась война. Далее она рассказывает, что попала в детдом, после чего она вступила в комсомол. У нее есть комсомольский билет, она его нам тоже показывала. С ним тоже очень интересная история связана, причем такая личная история с ее замужеством. Вот, после чего она посвятила себя работе именно с детьми. Она долгое время работала в детском лагере воспитателем, вожатой, а потом работала в школе номер 15 города Йошкар-Олы очень долгое время. И там, кстати, гимн 15-й школы тоже написала Эмилия Константиновна. В год 75-летия Великой Победы музей принимает активное участие в различных проектах. Один из самых масштабных – это «Территория Победы», к которому музей присоединяется уже не в первый раз. В связи с пандемией проекты реализуются на официальном сайте музея и в социальных сетях.